Вольно. Спасибо. Дорогие ребята, дорогие спортсмены, тренеры, болельщики, все, кто сегодня в этот субботний 15 вечер приняли колонну, если приняли город, для проведения областных соревнований по футболу. Мы благодарим областную федерацию, хочу вам отметить за предоставленное доверие, провести соревнования здесь, на колонновской земле. Традиционно город принимает много соревнований, российского и международного уровня. Только в прошлом году таких соревнований было прошло 58 самых ярких из них кубок мира по большому треку и финал всероссийских соревнований оранжевого. Мы желаем вам хороших выступлений, чтобы каждый из вас показал все свои умения, навыки, которые сформировались в процессе тренировок, чтобы все вы были довольны проведением и поступили еще выше. Thank you.
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 Yes,
Thank you.
Yeah.